Роботсы мотался! Он ожил! Охренеть! Всем хэшки, друзья, меня зовут Джерки, а это у нас продолжение игры под названием Синдром. И я посмотрел, и в прошлой части у нас... А в прошлой части у нас были такие стрёмные тени, я манал. Как я все разглядел под ними, я понятия не имею. Но тени были там ни о чем. Я, в общем, убрал тени, немножко подкорректировал графику. И у нас... Вуаля! Фир первое! Офигеть! Офигеть! Мы будем играть в фир первое! Так, я знаю, что у нас тут никого... Ничего нету. Поэтому, я думаю, нету смысла их там обыскивать. А мы должны были найти какой-то код от ученой комнаты, что ли, или химической лаборатории. Какой-то там, помню, что надо было найти код. Какого-то ученого. Это я хорошо помню. И найти вот эту ручку. Так как я в прошлой серии потратил половину просто, искав какую-то карточку, я не знаю, сколько я на этой серии убью времени, чтобы найти код. А нам надо еще, кстати, найти будет какую-то ручку, что ли, как я понял, для того, чтобы что-то, наверное, открыть. А, тут спрятаться же надо еще будет. Прятаться. А вот это, кстати, плохо. Если тут надо прятаться. А, кстати, мне же тоже реально обещали оружие. Я таки уже прошлую серию полностью бежал. Посмотрел. Может быть, я сам пропустил оружие. Я так думал. Нифига. Ничего подобного я там не увидел. Так, и да. Мы будем стараться без матов. Многие, хоть и не говорят... Но так думают, что маты портят сам летсплей. Но, что там надо-то? Необходимый специальный инструмент. Как он выглядит-то? Что это вообще такое? Это, наверное, какой-то ключ надо найти, что ли? Сейчас, подождите, я у пацанов спрошу. Пацаны! Кейт, вы красные. Че, с сексом с месячными с девушкой занялись? Ладно, я не поэтому. Пацаны, есть ключи? Нет, даже ключ. Вы нашли еду? Серьезно? Охренеть, а почему в прошлый раз ничего не было? Есть ничего полезного. Да ё-моё, я в прошлый раз, когда их обыскивал, там не было ничего такого. Так, здесь я, по-моему, тоже все обшарил. Но давайте просмотримся к деталям. Потому что детали, зараза, играют роль. Тут надо везде все обшарить. Если мы не обшарим это все, в скором времени мы придем обратно и найдем ту штуку, которую нам надо. Это было всегда. Это так и должно быть, по сути. Потому что если мы реально карточку в прошлый раз искали, сколько времени, я не представляю, что будет в будущем. А если все нули вести... Ой, а тут сколько пин-пин? Понятно. Вот, тут же написано у нас, получается. Свяжитесь со специалистом по охране здоровья Робертом Джейсоном. Или введите код, чтобы снять блокировку. А, по сути, где-то тут я видел. Медицинский отсек. Медицинский отсек находится как раз там, где мы не можем пройти. А пройти-то нам надо. Ибо... Я просто не вижу другого выбора. А чтобы пройти дальше, нам нужно найти специальный ключ. А, кстати, а может быть есть какая-нибудь системная... А, о, системное помещение. Системное... Вон оно получает системное помещение. Но это не то. Машинное отделение. Где у нас? 12-12, 2, 3, 4, 5, 8, 10. А где машинное отделение? А, вон оно. Так может нам туда сходить? В машинном отделении, может быть, что-нибудь такое лежит, что можно было бы взять, применить к вентиляции. Чё ж ты так быстро задыхаешься? Даже я быстрее со своим весом бегу. Точнее, дольше. Этот вообще какой-то хиленький. Так, машинное отделение у нас там. А я здесь пройти могу? А, еще до сих пор нет. Да, старые добрые комнаты. Но я тут, по-моему, не видел никаких инструментов специальных. Так что я думаю, тут ничего нет. В машинном отделении, возможно, еще что.
Жив? Ты жив? А! Ты живой? Дружище! Здорово! Кто тебя грохнул? Кто-то его тут грохнул. Тут кто-то ходит. Твою мать! Твою мать! Мне всего лишь нужен инструмент. Вон инструмент валяется. Бери любой, бежим отсюда! Кто тут-то? Мне... Галан, ты можешь прочесть? Я починил твою радиопередачу. Иди в жопу, я как-то не особо тут... О, вот это, кстати, классный инструмент. Он против монстров хорошо действует, поверь мне. Надеюсь, ты не резиновый. О, что это? Так, надеюсь, не самое худшее. Все могу рассказать. Вы, я думаю, сами можете прочитать. Вы у нас молодцы. Я особо сейчас не буду вчитываться. Я смотрю за монстрами и другими вещами, которые, по сути, должен я и смотреть. А где инструмент? Инструментов нету. Нужна карта доступа. Позже обещаю, ну, попасть. Джимми, этот корабль разорен. Не могу попасть в медицинский отсек. Нам нужно... Да я знаю, что там есть вход в вентиляцию. Спасибо, дружище. Так, тебе чтобы открыть... Ага, отправляйся в камеру хранения на 4-й палубе. Там ты сможешь его найти. Палуба 4. А где это вообще? А где палуба 4-то? Так, 4. Физическая лаборатория. Это не то, да? А где 4-я палуба-то? А, во, написано палуба 5. Доступ к лифту разрешен. Ага! Какому нахрен лифту? А где этот лифт находится? Здесь? Нет, до сих пор недоступен. Тихо, что там орёт? Так, Драйдека еще не живой. Мне кажется, он друг, но я не хочу... А, вот лифт! Сохранимся, стопотняк. Потому что без сохранения эта игра превращается в мучение. Так, окей. Отличненько. Давайте в 4-ю палубу. Так, палуба 4. Иногда, да, субтитры полезно читать. А, левую кнопку, да, нажать? Отлично. Ну, давай, вези меня, чудо-лифт. Куда ты меня отвезешь на этот раз? А спонсор нашего показа никто. Я сам купил эту колу, и я сам ее буду пить. Ну, если тебе интересно, подпишись на мою группу ВКонтакте. Да, маленькая рекламка, а что вы хотели? Кто, кроме меня, еще будет спонсировать мою группу? Да никто! Ай, у меня сейчас проблема тоже такая появилась на интернете. Денег нет. Ужас! До чего я докатился? Так, нам надо найти передний стабилизатор. О, инженерная нах... Это, что-то там, а. Инженерная... Кто тут? Кто-то тут... Как будто смеется. Да и 4-я палуба, я смотрю, не в лучшей... А, это трупы всего лишь. Ну ладно, трупов-то что бояться. А, это инженерное помещение? Ну так а мне туда и надо? Я думаю, да? Или мне к трупам придется идти, да? Которые стопудово что-нибудь сделают, да? Не, ну нахер их. Я не хочу. Еще более темное место. Что ж мне всякую в жопу-то тянет, а? Так, сообщение номер 1. Я сменил пароли 2 дня назад. Так. 4, 2, 1, 3. В смысле? 4, 2, 1, 3. Так, встретимся в саду после твоей смены. Мне кажется, догадываюсь, что происходит. Ага. Ну, это инвентарь, это неинтересно. 4, 2, 1, 3. Надо запомнить. Блин, записать бы, но у меня ручки нету. Так, разблокирует дверь, а камера наблюдения... Кто это? Так, единственное, что мне сейчас нужно, это пушка. Хотя бы какая-нибудь монтировка. И тогда... О, текстовое сообщение. Корабль разговаривает со мной. О, кто-то сошел с ума, неинтересно. В смысле, тут же кто-то стоял. Ну-ка, подожди-ка. Готика. Так, камера наблюдения. Опа! Там кто-то стоял, отвечаю. Вот я видел, что там, вот здесь вот, кто-то стоял. Но он пропал. А!
Твою ж мать! Это специально... Аптечка. Держитесь в стороне. В смысле, из-за... А почему я должен держаться в стороне? Взорвется нахер! А, не, это всего лишь пшикалка. Тогда не страшно. Так, я отправил 89 сообщений Дэйву и до сих пор не получил ответа. Возможно, он их получает. Я чувствую его присутствие, как будто он защищает меня. Я его там сильно люблю, все такое. А, сохраняшка, сохраняшка, дай бог мне здоровья. Сохраняшка, о-о-о. Это нам нужно. Блин, это уже игра панически меня надоедает. Точнее, ну, не то, что надоедает. Вот она кто-то есть. А, кто меня током бьет? Суки! Он мне половину хпшки снял, я даже до монстра дойти не успел. Так, он... Он где-то здесь, да? Он где-то здесь. Так, готовимся, короче, либо к скримерам, либо поеданием медленно наших костей. Скорее всего, уже вторая часть идет. Так, поднять какую-то бутылку? Что это? Так, кажется, мы кого-то позвали, да? Ну не просто так мы разбили нахрен бутылку эту. Какой страх... Кто это мог сделать? Да тот хромой чел, который, когда при виде нас, побежит, наверное, пошустрее, чем мы. Так, отличненько. Тут ничего такого нет. Ах! А, это всего лишь горящий дроид. Подожди, так мы что, кругами наворачиваем, что ли, тут? Замечательно. Так, вот это электрошокер. Нахрен обходим. Отлично. Я уже разбираюсь немножко в этой игре. Я более-менее понимаю, что мне тут делать надо. Так, ну если в шкафах можно прятать... Дверь заклинила, да ты серьезно? Да ё-моё. И что мне делать? Обратно? Ёшкин ты картошки, вот это графа. Ладно, я к этой игре не буду придираться по графике. Бог с ней, с этой графикой. Главное, чтобы игра была хорошая, так ведь? А если игра хорошая... То есть, думаю, все замечательно. Ой, если бы я сейчас с вами не разговаривал. Хотя, скорее всего, я сейчас сам с собой разговариваю. Но, вы суть поняли. Если бы я сейчас вообще ничего не базарил, усрался бы я тут сильно. А, там андроид еще один. Так, а мне сюда, да, надо было? Ни хрена ему. А, это баба. Я думаю, мозги на вывоз. Не срёмся, не срёмся. Дверь заперта. Ладно, идем обратно. Нет, все нормально. Блин, 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 валим, валим, валим. Блин, я ненавижу темные места, потому что я не вижу, против кого мне играть. А-а-а! Меня аж парило еще. Зачем я это сделал? Я же знал, что там как-то сдам мне. Так, там дверь заклинила. В другом месте вообще заперта. Системы навигации. Нахрен нам мне система навигации? Мне интересно, это звук от корабля или от какого-то монстра? О, я опять где-то. Это, походу, какое-то еще машинное отделение, да? О, ты жив, дружище? А, дружище? Мне кажется, ты сдох. Весьма жестко, я смотрю, сдох. Коль, у тебя нога-то оторвалась. Так, я не знаю, что происходит с этими новыми протоколами системы безопасности. Здесь все сходит с ума. Такое чувство у нас не договаривает. А мы просто должны вести всех из креосна. Я получил новый код доступа для камеры хранения. 56197. Я не могу опять его забыть, или босс меня убьет. А, вот, кстати, пароли там сверху написаны. 56197. Так. 56197. Ха! Класс! Спасибо! Подсказка, проверьте шкафы и некоторые ящики. В них могут быть батареи. А, кажется, здесь не выдают, это фигня. Так. Тихо. Так, подожди, мне там попросили шкафчики проверить. Там иногда какие-то батареи бывают. А, где? Где шкафчики? Нет, тут ничего нету. А-а-а! Да как так-то? Мне наврали. Ах, вы плохие. Ай-яй-яй, какими-то быть.
Как вот... Как, чё? Окей. Так, ну монстр сюда попасть не смог бы. А специальный блок... О! Класс! Вот это то, что нужно! Так, открыть шкафчик. Есть что? Да ничего нету. Все! У нас появилось оружие. Я вот что и просил, хотя бы какую-то монтировку. У меня были подозрения, что на корабле нелегально распространяются наркотики. Но теперь я в этом уверен. Вовлечена вся техническая компания, я знаю это. Я собираюсь доложить об этом Сомерсу. Ага. Кто такой Сомерс? О, ударилась. Мне интересно, какой у него размах? Если сейчас... у нас дали... О, батареи. А чего батареи? А для чего батареи? Зачем батареи? Чего в этих камерах хранения? Ничего нет. Это что? А, это всё лишь голубая хрень. Кстати, у нас более-менее сейчас идет, потому что в прошлый раз мы полчаса искали карточку. Ох, времена-то были какие. А что, аптечки-то нету? А то я сейчас выйду и плакало мое оружие. Если монстр выскочит. Мне нужна аптечка, народ! Эй! Дайте аптечку, а! Ну, пожалуйста! Эх, мне нужна аптечка. Нет, это не аптечка. Это нету аптечки. А, иди, подходи! А, я думал, ты... Я думал, что он ушел. Ну, знаете, бывает же такой, встанешь такой. Потом подумаешь, а, у меня нет ноги. Да, не беда. Так, ну, я думаю, тут есть какой-то инвентарь. Вот, ой, как я его хорошо нашел. Так, инструмент, аптечка. Так, использовать. Ни хрена, а я даже не об этом не знал. О, дружище, мы с тобой уже научились все использовать. Так, печенька, батарейка. А батарейка для чего? Я так и не понял. Ну да ладно. Все, мы валим, получается, опять к лифту. Лифт у нас нах... Мы что, такой круг замутили? Ничего себе. Так у нас он туда, получается, надо выйти. Ах, как далековато. А! Чё такое? Чего, чё я не могу? Чего? Чё сейчас было? Ты чё ты так быстро устаёшь? Тихо. У меня есть оружие, и я особо опасный. Подходи любой и поощути силу моего... Что это вообще? Гаечного ключа! Да! Есть что полезное? Я знаю, что у вас тела можно обыскать. Нет ничего полезного. Вы что, подохли и даже ничего не взяли с собой? Да как так-то? Ай! Блин, опять на электрошокер наступил! Да что, я вообще себя не жалею! Ладно. Окей. Че, мы здесь были, да? А, мы здесь были как раз. Мы же дверь разблокировали. Разблокировали. Окей. Че, никто не хочет огрести моим гаечным ключом? О, мой дружище. Ну, для тебя скоро будет применение. Стопудняк. А, на пятый пал, пожалуйста. Спасибо. Давайте только побыстрее. Ну, я... Ай, какая вкусная кола. Ой. Я люблю в этой жизни только две вещи. Это печеньки и колу. Ну, это вещи, имею в виду. Занятие, это другое дело уже. О! Робот смотался! Он ожил! Охренеть! Класс! Надеюсь, он меня не грохнет при первой же попытке бегства. Так, робот. Я знаю, что ты где-то тут. Давай по... Тихо ты, дверь. Давай поиграем. У меня есть хороший гаечный ключ, который стоп, у днях не огреется у тебя по башке. Я дарю тебе теплом. Куда он смотался? Ты, ё-моё, жидкость. Тихо. Так, теперь надо Е нажать. Ага. А, классно. Вентиляция. Так, С. Ага. А закрыть ее нельзя? Блин, я бы закрыл.
Тихо. Так, есть что-нибудь? Так, а моя голова взорвалась, это неинтересно. Все с ума что-то подходили тут немножко. Окей, окей. Где дроид-то? Вон он! Это стопудово он! Это стопудово он! Дружище! Как ты смотался оттуда? Эй! А, это походу не он. Печально, я думаю, это все-таки он. Вон он еще один! Блин, сколько у вас тут? Вы какие-то стрёмные! Ничего против вас не имею, но вы стрёмные! Ну, я походу расист какой-то, что ли. Я не знаю, правда, как это называется, такое отношение к роботам, но вряд ли это расизм. Как классно освещает его лампа. Стопудово ничего опасного, да? Сука, вот когда он заработает, вот я обосрусь. Ой, обосрусь. Вот стопудово уже знаю. Кто? Врачи! Народ, есть что полезное? Ничего. Блин. Так, А почему так он близко встал? Стопудово сейчас вылезу, и мне капста. Так, получили маршрут. Слышал пациентов. Так, мне надо... Нет, это все читать это нахрен. Мне надо найти код. Я за котом пришел. А, за котом. О, аптечка. Есть еще? Ай, мне нужна аптечка, народ. Эй. Ну ладно. Нет. Опа, код. А я код не знаю. Ну-ка, есть что? Камера заключения. А мне как раз-то вот именно сюда надо, да? А есть какой-нибудь код? 4, 3, 1, 7. Я не помню какой. Нет. Спасибо, я это и так понял. Может, я что-то там пропустил в этих записях? Давайте все-таки почитаем. Так, получил немного расслабиться. Так, прочитал. Так, нет, тут ничего интересного. В журналах тоже, походу, ничего не сказано, да? Мортон, так, вопрос в антибунк, 11 лет в компании. Так, сила обороны. Нет, ничего такого не сказано. В общем, ничего важного. Значит, тут где-то, может, что-то видно. Может, какой-то люк, который надо проникнуть, нет? И толстый, надо было поменьше жрать, сука, протеснись! А, я протеснулся, офигеть! А как я отсюда вылезать буду? Я что-то об этом последнее время не думаю, ну да ладно. Да ё-моё! О, прошел, молодца! Красавчик! Я всегда верил в тебя. Не, шучу, я тебе не верил. Так, ну если у этого доктора... Ни хрена тут, это не кровь, это пол, да? Надеюсь. Так, стул. Отстань! А! Где тут хоть что-нибудь? О, дроид не ожил. Интересно, а что он не оживает? Склад! Люди! Ну, почти вы немножко неживые. Обойма для пистолета! Класс! А теперь мне надо найти сам пистолет! Аптечку можно? Спасибо. А это чем? Нет, нельзя. Там ничего интересного. Так, тут ноги, руки. Это тоже мне не нужно. У меня все целое пока что. Две ноги, две руки. Все хватает. Можно у тебя что схватить? Не, нельзя. Так, интересненько. А если тут ничего нет? Сохраняшка есть! Класс, вот это мне и нужно. Если там ничего нет, то где ключ? Ну, код, который мне нужно вести к двери в медицинский отсек. О, я сожрал какой-то бутик. Опа! Чё это? 11154! Да! Я нашел этот код! 11154... А, ну там сверху написано, я же забыл. Так, отлично. Так, дроиды не восстают.
Зараза, я что-то их все равно побаиваюсь. Они хоть стоят как истуканы, ну блин. Вот их вот именно вот их вот этот есть такой неожиданный момент. Спасябки. Так, для меня голове неинтересно. Так, что тут есть? Аппарат МРТ. Вау, еда. О, что-то еще. Так, никаких кодов. Я коды ищу. Шкафчик. Спрячемся. Не, что я буду прятаться от кого? О, трупы. О, а я смотрю, вот тут давно. Сука, сдохни! Сдохни, тварь! Сдохни, пидор! Сдохни! Ты чё такой живучий? Сдохни! А! Ёбана в рот! На всякий пожарный. Ё-моё! Вот это ж, блядь, неожиданно! А я опять использую маты, гандун, а? Так, Дэвид! Дэвид! А можно без этих криков? Так, ну-ка! Ты жив? Нет, ты не жив. А боль. О, перезапустить двигатель. Так, отлично. Ну, мы пока до двигателя бежать будем. Я думаю, мы уже время наше пройдет. Я думаю, мы пока на этом закончим. Да, уже прошло полчаса. А, кто? Кто, блин, тут? Где? Шкаф! Да за... Сука! Кто это был? Да закройся ты! Не надо мне тут ничего такого делать! Охренеть! Кто там заорал-то так резко? Ладненько. В этом шкафу мы и закончим эту серию. Как бы это странно ни звучало. А в следующей серии, я думаю, будем запускать уже двигатель. Я хрен знает, что будет. А, так что, если тебе понравился видосик, поставь ему лайк, подпишись на канал, подпишись в группу ВКонтакте, комментируй это видео и делись этим роликом с друзьями. Ну и все, всем пока!